Привет, ребята, на комбикорме. Чемпионат России в помещении продолжается. Прыжок в высоту. Финал. Дождались-таки. Открывает соревнование Александра Ярышкина. Мощная, красивая, техничная спортсменка. Высота 1,76 м. Успешная попытка. С огромным запасом. Елизавета Бескова. Смоленская область. Продолжает штурмовать высоту 1,76 м. Вторая попытка. Вторая неудачная попытка Лизы. Надежда Лаврентьева, Москва, 1,76 м, вторая попытка. Ну что ж, опыт приходит с практикой, хотя Надежде можно было избежать этой ошибки. И снова отличные, прекрасные повторы, прекрасные ракурсы. Хорошая работа режиссеров на этом чемпионате. Наконец-то, Мария Качанова, 1,85 м. Одна из претенденток на высокую награду. 1,85 м. Маша хорошо готова. Тем не менее, планка вздрогнула. Физически Маша хорошо готова. Все травмы позади. Единственное, с чем осталось справиться, это с технической частью. То есть Маше необходимо справиться со своей собственной головой, с концентрацией. Концентрировать внимание на каждом прыжке. Мария Качанова, 1,85 м, успешная попытка. Надежда Андрюхина, первая попытка, 1,88 м. Первая попытка на этой высоте и, к сожалению, неудача. И вот красавица Полина Парфёненко, 1,91 м, первая попытка. Полетели. Полина молодец, высота взята. По всей видимости, она сама от себя не ожидала такого результата. У нее истерика. И снова Полина Парфёненко. 1,94 м. Первая попытка. Смотрим. Метр 1,94 м, к сожалению, неудачная попытка. Полина не расстраивается своей неудачи. У нее праздник состоялся на высоте 1,91 м. Мы все видели. Прыгучая, сильная, быстрая. Самое главное, всегда с хорошим настроением. А вот эту спортсменку мы действительно ждали. Наталья Спиридонова, Москва, 1,94 м. Лидер! Лидер в отсутствии Марии Лосицкени. Есть. Высота взята. Наталья, конечно, потрясающий боец. И это, мне кажется, ее личный рекорд. Поэтому она так рада.
1,94 м. Это не повторение, это установление личного рекорда. Наталья так высоко еще никогда не прыгала. Ни летом, ни зимой. Наталья Спиридонова, 1,94 м, с первой попытки. Молодец. Полина Парфёненко, 1,94 м, третья попытка. Хорошая попытка, но, к сожалению, заключительная. И, к сожалению, неуспешная. Полина заканчивает соревнование. Татьяна Ермаченкова, 1,94 м, третья попытка. Нет, к сожалению, планка улетела. Но ничего страшного. Татьяна с этой высотой подружится в другой раз, на других соревнованиях. Наталья Спиридонова, 1,96 м. Хорошая попытка была. Ничего страшного, есть еще две в запасе. Вторая попытка Натальи на высоте 1,96 м. Смотрим. Да что ж такое, неудачная попытка. Вторая неудачная попытка на высоте 1,96 м. Наталья быстрая, прыгучая спортсменка. К сожалению, немного не хватило. Наталья Спиридонова, 1,96 м, вторая неудачная попытка. Отличная, талантливая спортсменка растет. Хорошую конкуренцию составит Мария Лосицкене. Думаю, Марии в ближайшее время будет не очень весело. Наталья Спиридонова, 1,96 м, третья попытка. Наташа штурмует эту высоту, будучи в ранге чемпионки России. Наталья Спиридонова, успехов в будущих соревнованиях. А вам, ребята, много комбикорма, берегите себя.